від Euro Association. Ми ж бізнес рекомендейшн Національна Асоціація. Были лихие 90-е и модные нулевые. Нам хотелось петь зарубежные песни. Need for you, I'm a shining star. Пока у нас не было интернета и мы не знали английского, мы просто записывали слова русскими буквами и учили песни. А ведь работа с песнями – это приятное и очень эффективное дополнение к изучению иностранного языка. Команда Advance разработала серию музыкальных уроков, и если вы вдруг хотите, чтобы вашим преподавателем стал Sting или Bob Dylan, просто перейдите по ссылке в описании и перейдите к уроку. Почему работа с песнями? Это эффективно. Отвечаем. Во-первых, улучшается навык аудирования. Вы учитесь воспринимать речь на слух той, которая она есть, живой. Во-вторых, пополняется словарный запас. Идиомы и сленг, ритм и рифма помогают выучить эти составные части языка. В-третьих, правильное произношение копируется с многократного повторения качественных примеров. Обещаем, других у нас нет. И самое главное, грамматика отлично запоминается благодаря якорям, строчкам из песни, которые мы запоминаем и затем используем в структуре построения предложений. Спасибо группе Queen за понятный Future Simple. We will rock you! И всей команде Advance за яркие технологии изучения иностранных языков, все из которых использованы в этих уроках. Осваивайте грамматику и новую лексику. Учитесь понимать фильмы, занимаясь в любом месте. Эффективность мы гарантируем. Чтобы приступить к урокам, жми на ссылку под видео, выбирай серию песен под свой уровень. Желаем удачи в обучении!